Right to Life presents. Песик был таким тощим, что на его теле проглядывали кости, и на него нельзя было взглянуть без жалости. Он даже не мог самостоятельно встать на лапы из-за слабости. Этого худощавого песика обнаружили в брошенном доме в США. Он был тощим настолько, что на его теле проглядывали кости, и на него нельзя было взглянуть без жалости. Пес также не мог встать самостоятельно, потому что у него не было сил. К счастью, вскоре к нему приехали спасатели животных из центра Vermilion County Animal Control. Они предложили песику угощения, от которых тот не отказался. Несмотря на свое состояние, при виде спасателей он завилял хвостиком, и, казалось, был рад вниманию, хоть и очень боялся. У него не было еды, воды, и к нему никто не приходил. Он не мог стоять на лапах, и мы точно знали, что ему срочно необходим ветеринарный уход, говорит волонтер по имени Хана. В приюте песик получил кличку Ченес, Чанес или Шанс. За ним сразу начали ухаживать и восстанавливать здоровье, а он как будто знал, что ему помогают, и отвечал на это только благодарностью. Через некоторое время одна ветеринарная медсестра вызвалась взять Ченса к себе на передержку. На передержке Ченес начал понемногу раскрываться. Ему было все еще сложно довериться людям, но он шаг за шагом преодолевал преграды, становился активнее, увереннее и сильнее. Вскоре он набрал вес и начал нормально ходить, чему все были очень рады. Хотя Ченес медленно восстанавливался, его иногда не покидали страхи из прошлого. Когда мы гуляли первое время, он долго привыкал к улице. Он боялся проезжающих машин, любого звука и даже дуновения ветра, рассказывает опекунша Ченса. Но со временем Ченес начал привыкать к обстановке, в этом ему также помогли домашние собаки-опекунши, с которыми он много общался. Жизнь Ченса стала ярче и насыщеннее, он стал больше играть, носиться, проводить время с сородичами. Он больше не дрожит при громких звуках и всегда демонстрирует любовь к домашним. Опекунша настолько привыкла к нему, что решила оставить Ченса в своей семье. Сейчас этот мальчик счастлив, он окружен любовью, заботой и каждый день показывает свою любовь и благодарность хозяевам. Спасибо за спасение. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.